Всем добрый день! Вы снова с нами на нашем канале «Саморазвитие». И сегодня мы поговорим с вами о такой теме, как мелисса, польза и вред применения в народной медицине. Ароматная трава мелисса известна людям уже несколько столетий. Еще древние римляне использовали ее в медицинских и парфюмерных целях. Давайте рассмотрим пользу и вред мелиссы, ее состав, калорийность, применение мелиссы в народной медицине, рецепты приготовления из мелиссы, настоев, отваров и чая. За привкус лимона эту траву еще называют мелиссой лимонной или лимонной мятой. Нектар цветков мелиссы очень любят пчелы, поэтому в народе мелиссу называют пчелиной мятой, медовкой, роевником, пчельником, медовым цветком. Состав мелиссы. Мелисса по праву является одним из самых распространенных лекарственных растений, и это неудивительно, ведь в состав мелиссы входит множество полезных микроэлементов, витаминов и биологических веществ. Это витамины группы В, С, Д, железо, цинк, калий, кальций, селен, марганец, медь, хром и другие. Кроме того, в состав мелиссы входят эфирные масла. Они улучшают работу головного мозга, успокаивают нервную систему, снимают спазмы. Флавоноиды. Эти биологически активные вещества имеют антибактериальный, антиоксидантный и противовоспалительный эффект. Дубильные вещества. Ускоряющие заживление мелких ран и снимающие воспаление. Горечи. Улучшают обмен веществ и пищеварение. Они способствуют выделению желудочного сока и желчи. Органические кислоты, необходимые для холестеринового и жирового обмена. Смолы, имеющие антибактериальное действие. При таком богатом списке микроэлементов и витаминов калорийность мелиссы невелика. В 100 граммах этого чудодейственного растения содержится всего лишь 44 килокалории. Польза мелиссы. О пользе травы мелиссы можно говорить долго. Полезные свойства мелиссы помогают избавиться от многих недугов. И при этом можно наслаждаться прекрасными вкусовыми качествами растения. Чем же полезна мелисса? Мелисса лечит от многих заболеваний. От каких же бед может избавить эта целебная трава? Первое. При заболевании сердечно-сосудистой и нервной системы. Мелисса – природный антидепрессант. Она успокаивает нервную систему, снимает головную боль, мигрени, улучшает сон, снимает стрессы. При сердечно-сосудистых заболеваниях мелисса также полезна и незаменима. Она укрепляет стенки сосудов, препятствует образованию холестериновых бляшек, улучшает работу сердца. Применяется при малокровии. Второе. Польза мелиссы для желудочно-кишечного тракта. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта мелисса улучшает пищеварение, повышает аппетит, нормализует обмен веществ. Польза мелиссы для желудка в том, что она снимает кишечные и желудочные спазмы, помогает при запорах и метеоризме, применяется при язве желудка и двенадцатиперстной кишки. Полезна мелисса при лечении заболеваний печени и желчного пузыря, холецистита, холангита, дискинезии желчных путей, гепатита, желчекаменной болезни. Кроме этого, трава мелисса обладает мочегонным действием, способствует выведению лишней жидкости и уменьшению отеков. Третье. Кожные заболевания. Благодаря антисептическим свойствам трава мелисса помогает при лечении опоясывающего лишая, экземы, перхоти, угревой сыпи, дерматите, гнойных ранах и других заболеваниях кожи. Рекомендуются компрессы, ванночки, настои. Четвертое. Респираторные заболевания. Польза мелиссы в том, что листья и цветки этого растения оказывают противовирусное и бактерицидное действие. Поэтому широко используются при лечении острых, вирусных и респираторных заболеваниях, при гайморитах, ринитах, бронхитах и пневмонии. При таких заболеваниях рекомендуется чай с мелиссой и ингаляцией. Пятое. Польза мелиссы при заболеваниях ротовой полости.
Отвар мелиссы используют для полоскания полости рта, при герпесе, зубной боли и заболеваниях десен. 6. Польза мелиссы при укусах пчел. Примочки из мелиссы снимают боль при укусах пчел. 7. Мелисса для похудения. Мелисса активизирует обменные процессы, выводит шлаки и токсины из организма, поэтому широко используется при борьбе с лишним весом. Польза мелиссы для женщин. Благодаря несомненной пользе мелиссы для женщин, ее еще называют женской травой. Отвары и настои мелиссы помогают нормализовать менструальный цикл и снимают боль во время менструации. Также трава мелисса помогает при воспалительных заболеваниях органов малого таза. Можно ли беременным пить мелиссу? Прием отвара и чая с мелиссой во время беременности поможет справиться с тошнотой при токсикозе, а во время родов улучшит отделение плацеты. Также мелисса способствует увеличению грудного молока у женщин. Поэтому беременным женщинам можно принимать мелиссу, но только после консультации с врачом. Мелисса в кулинарии. В нашей стране мелисса в кулинарии используется не очень часто, а вот европейцы и американцы удачно сочетают ее с рыбными блюдами, тертым сыром, бульонами и мясом. В некоторых странах трава мелисса используется при консервировании мяса. Вред мелиссы. Мелисса обладает множеством полезных свойств, но противопоказания также есть. Как и все лекарственные растения, она не всем приносит пользу. Некоторым людям мелисса может принести вред. Трава мелисса – противопоказания. Эфирное масло, входящее в состав мелиссы, очень аллергенное. Не стоит употреблять настой, если у вас понижено артериальное давление, так как мелисса имеет способность его снижать. Не стоит употреблять чай с мелиссой, если в течение дня вам потребуется быстрая реакция, например, вождение машины, так как мелисса способствует сонливости и снижению реакции. Не рекомендуется употреблять чай с мелиссой людям, страдающим алкоголизмом, детям до 3 лет, больным эпилепсией. Мелисса для мужчин. Мужчинам, принимая мелиссу, надо помнить, что успокаивающее действие этой травы может привести к снижению сексуальной активности, а при употреблении ее в больших количествах – к проблемам с потенцией. Применение мелиссы. О пользе и вреде мелиссы для человеческого организма мы поговорили. Теперь пришло время узнать о применении мелиссы в народной медицине. Настой из мелиссы. Настой из мелиссы получается волшебный, а приготовление его не требует никаких чудес, все довольно просто. Берем 2 столовые ложки сухой измельченной травы, заливаем 2 стаканами кипятка и оставляем настаиваться на 3-4 часа. Полученное количество делим на 2-3 приема и выпиваем в течение дня перед едой. Курс лечения 2-4 недели. Настой снижает артериальное давление, улучшает работу сердца, обладает успокаивающим действием, снижает головную боль, улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Настоем из мелиссы можно полоскать ротовую полость при воспалении десен. Отвар из мелиссы. А вот чтобы приготовить отвар из мелиссы, обладающий чудесными качествами, придется немного поколдовать. Берем 1 чайную ложку мелиссы, заливаем 1 стаканом кипятка, кипятим на водной бане 5-10 минут, оставляем настаиваться на 1-2 часа. Процеживаем. Отвар нужно принимать перед едой 3 раза в день. Курс лечения 14-10 дней. Помогает такой отвар при бессоннице, анемии, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, болезненных менструациях, воспалении внутренних органов, нормализует пульс. Он полезен кормящим мамам, так как обладает успокаивающими свойствами и увеличивает количество молока.
как приготовить настойку мелиссы. Продолжаем волшебство. Готовим своими руками настойку мелиссы на спирту. Как ее приготовить? Берем 5 столовых ложек свежей измельченной мелиссы, заливаем одним стаканом 40-градусного спирта, можно водкой, и настаиваем 10-14 дней в темном прохладном месте, иногда встряхиваем. Через 2 недели настойку мелиссы процедить и принимать по 5 капель 3 раза в день. А волшебные свойства этой настойки кроются в том, что она помогает при мигренях, неврозах, при сильных нервных потрясениях, помогает избавиться от шума в ушах. Компрессы и ванночки из мелиссы. Для компрессов и ванночек из мелиссы необходимо приготовить раствор. Делается он очень просто. Берем 2 столовые ложки сухой травы. Заливаем стаканом кипятка и настаиваем 10-15 минут. Для лечебных ванн и промывания ран раствор необходимо процедить. Можно использовать также для умывания. Для компресса с мелиссой нужно намочить хлопчатобумажную салфетку в приготовленном растворе и накладывать на рану. Подушечки с мелиссой. Если сделать подушечку из мелиссы, набив ее сухой травой, будете быстро засыпать и видеть приятные сны. Эфирное масло мелиссы. Применение эфирного масла мелиссы разнообразно. Масло бывает аптечное и косметическое. Применение косметического масла мелиссы следующее. Его используют при ароматерапии. Вдыхание его паров улучшает сон, снимает раздражение и благотворно действует на психику человека. Принимать внутрь косметическое масло нельзя. Применение аптечного масла мелиссы в народной медицине. Для ингаляций. При заболеваниях верхних дыхательных путей. Готовим раствор. Берем 1 столовую ложку меда, добавляем 3-5 капель масла и заливаем одним стаканом кипятка. Делать ингаляции необходимо 3 раза в день. Ванна с эфирным маслом мелиссы действует расслабляюще, помогает успокоиться. Готовим ее так. Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности. Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните. А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео? А главное, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность. Всем добра и мудрости. А мы продолжаем. На 10 литров воды добавить 10-15 капель масла. Для массажа. Для этого масло мелиссы нужно добавить в массажное масло в соотношении 1 к 1. Для лечения суставов и мышц. Масло втирается в больной участок. Для лечения головных болей. Масло втирается в виски. Достаточно полежать 20 минут, закрыв глаза, и боль утихнет. Для удаления с кожи прыщей или акне перемешиваем масло мелиссы с оливковым маслом. Можно использовать кунжутное, мятное в соотношении 1 к 1 и используем для очищения кожи. Также эфирное масло мелиссы используется в рецептах масок для лица с белой или голубой глиной или просто масло добавляют в воду для умывания. Пейте чай с мелиссой. Такой чай очень приятен на вкус и ароматен. А также пить чай с мелиссой полезно при постоянной усталости, раздражительности, бессоннице. Чай, в отличие от отвара и настоя, можно принимать каждый день. Как заваривать чай с мелиссой? Как сделать чай вкусным и сохранить все полезные свойства мелиссы? Есть простые правила, как заваривать чай с мелиссой. Нельзя использовать металлический чайник, он может окислиться. Заваривать чай лучше в стеклянной или фарфоровой посуде. Чтобы не утратить все вкусовые и целебные свойства, нельзя заваривать чай кипятком. Лучше подождать, когда вода остынет до 80 градусов. Пить
только свежезаваренный чай. Рецепты чая с мелиссой. Предлагаем несколько рецептов чая с мелиссой. Первое. Одну чайную ложку мелиссы залить 200 граммами воды. Настоять 30 минут. Готово. Можно наслаждаться приятным вкусом и ароматом. Второе. Чай из мелиссы с зеленым или черным чаем. Одну чайную ложку зеленого или черного чая и одну чайную ложку мелиссы залить 200 граммами воды. Настоять. Для вкуса можно добавить лимон, клюкву, корицу, мед, мяту. Лучше чай из мелиссы пить без сахара, так как сахар снижает лекарственные свойства мелиссы. Чай с мелиссой полезен тем, что помогает избавиться от лишнего веса, благоприятно действует на кишечник, а также полезен людям, страдающим диабетом и гипертонией. Итак, мы обсудили пользу и вред мелиссы, ее состав, калорийность, применение мелиссы в народной медицине и рецепты приготовления из мелиссы, настоев, отваров и чая. Мелисса обладает поистине чудесными свойствами. Применяя ее, можно избавиться от множества заболеваний, но перед применением необходимо проконсультироваться с врачом. Также предлагаем почитать интересные статьи о пользе и вреде чая с лимоном, медом, мятой, о чае каркаде и о желтом египетском чае, а также о полезных свойствах тыквенного и амарантового масла. На этом мы прощаемся с вами и желаем вам самого хорошего, самого доброго, любви и здоровья. Но на этом еще не конец. Вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт, портал обучения и саморазвития, где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвование и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра!